Всем привет! Начинаю новый влог. Вторник, я на работе, отпилила уже одну клиентку. Вчера у меня был выходной, сегодня у меня две клиентки, сейчас скоро придет следующая, и потом я поеду праздновать мамин день рождения. С первой клиенткой начали чуть позже, потому что я встала в какие-то то в пробки, то парковку не могла найти. В общем-то, чуть-чуть она меня подождала, но благо она работает у меня здесь в здании, поэтому она просто была на работе. В это время я не стояла под дверями. С ней мы убирали длину, и так как ногти длинные, а выбрала она в качестве покрытия цветную базу, натуральную от Эльпаза. Она довольно такая мягкая, поэтому я укрепила ногти прозрачной акриловой пудрой от Fuxy, чтобы ногти были довольно плотные, и они получились очень даже плотненькие. Я их потрогала, когда укрепила, и поняла, что они довольно такие жесткие получились, поэтому я думаю, относиться они должны хорошо. Прошлые ногти относились, я бы не сказала, что хорошо, потому что было много отслоек, ногти довольно длинные уже были и просто начали перевешивать уже, поэтому мы приняли решение длину сократить. Сольчики мои, всем привет! Сегодня у нас четверг, время 8:30. Я на работе. Первая клиентка у меня в 10. Но... Ой, простите. Но я хочу сделать себе педикюр, потому что ему уже очень много. Делала я его или в начале декабря, или в конце ноября. Надо посмотреть. Ой, что такое? Скоро весенняя аллергия начнется. И, в общем-то, мне нужно все это дело сейчас почистить. И покрывать я, наверное, не успею. Ну и, в принципе, не буду. Покрою, если что, вечером дома. Так что нужно убрать все натопкиши, все мозольки. А то завтра мне идти на массаж, а я такая неподготовленная. Вообще такого быть не может. Поэтому сейчас сделаем. У нас на улице минус 30. По ощущениям, в 6 утра было минус 40, так что на улице холодно, но работу никто не отменял. У меня сегодня сейчас педикюр себе, потом маникюр с покрытием на постоянной клиентке и новая клиентка на наращивание ногтей. На часах у нас 9:25. Я уже закончила себе педикюр. Только все почистила и стопы, и пальчики. А покрывать уже буду либо вечером. Ну, скорее всего, вечером. Я думаю, ну, возьму с собой. Может быть, даже не сегодня. Пройдет пару дней, и я, как обычно, когда-нибудь покрою. Ну, сколько я? Недели три назад я его сняла. Можно другую ручку?